Детские фантазии о роботах станут реальностью. На базе ДЮЦ-лидер открывается региональный центр технического творчества. Здесь до 2021 года появится 6 квантариумов для занятия по техническим и естественно-научным программам. В рамках открытия площадки «Робоквантум» с 5 по 8 апреля пройдут обучающие мастер-классы на новом оборудовании, ориентированные на детей школьного и дошкольного возраста города Нарьян-Мара и близлежащих сел. Добавлю, что социально ориентированный проект по развитию робототехники в рамках системы доп. Образования Ненецкого округа поддержан участниками Харягинского СРП. Центр технического творчества создается в рамках регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Ненецкого округа». Проект спланирован до 2021 года. За это время на единой площадке центра появится 6 квантумов для занятий по техническим и естественно-научным программам. В период с 2017 года по 2020 годы планируется создать технозоны или кванториумы. Начинаем с робо-квантума, IT-квантума и продолжаем геоквантум, аэроквантум, биоквантум и автоквантум. В кванториуме дети будут обучаться исследованию, моделированию, конструированию, в процессе которых будет формироваться изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление. Будут осваивать самые современные технологии под руководством высококвалифицированных преподавателей. Для запуска приоритетного регионального проекта в 2017 году «Зарубежнефть» добыча харьяга выделила 9 миллионов рублей. На эти средства были закуплены и доставлены в Нарьян-Мар материалы и оборудование для двух направлений – робоквантум и IT-квантум. Кроме того, за счет средств компании было закуплено современное оборудование для кабинетов физики и химии для 5 сельских школ. В прошлом году и в грядущем основной будет упор у нас на сферу образование в целом, что для нас важно, что для нас приоритетно, это направление проекта, это образование, улучшение условий жизни людей или это какие-то культурные инициативы. Для нас важна социальная направленность в том плане, что да, есть Нарьян-Мар, мы понимаем, что там есть школа Нарьян-Мар, есть центр Нарьян-Мар, но также есть школы, которые удалены, поэтому мы не игнорируем их просьбы, их нужды. В рамках открытия площадки «Робоквантум» с 5 по 8 апреля в Нарьян-Маре пройдут обучающие мастер-классы на новом оборудовании, ориентированные на детей школьного и дошкольного возраста. На мастер-классах они смогут погрузиться в мир роботов и пройти путь от создания алгоритма управления роботом до программирования и воплощения алгоритма в реальность. Если сейчас в учебных программах нету робототехники, то это означает, что большой вопрос о будущем тех детей, которые вот робототехнику сейчас не освоят. Поэтому ваш регион все делает правильно. Вы, кстати, сейчас на передовом плане, многие отстают. Надеюсь, что вас догонят, а мы со своей стороны сделаем все, что можно для того, чтобы помочь подготовить вам сейчас преподавателей. В субботу, 7 апреля, в рамках открытия площадки «Робоквантум» на базе школы номер 4 пройдет марафон для учащихся школ города и поселка Искателей. От каждой образовательной организации принять участие смогут по 30 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. 8 апреля подобные занятия пройдут в школе имени Антона Пырерка и школе поселка Красная. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».